Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня у нас будет выпечка к чаю на скорую руку. Это будут очень простые ванильные кексы. С этой выпечкой даже ребенок справится. Ингредиентов много не понадобится. Мне нужно сливочное масло. Я его заранее достала из холодильника, чтобы оно стало мягким. Яйца, сахар, щепотка соли, немного молока, ванилин, разрыхлитель для теста и, конечно же, мука. В чашу миксера перекладываю мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, в него я уже добавила соль, и добавляю ванилин по вкусу. И все это взбиваю. Теперь буду добавлять по одному яйцу и также хорошенько взбивать. Сюда же просеиваю муку с разрыхлителем и вливаю молоко. И все еще раз хорошенько перемешаю. Кексы сегодня буду печь вот в такой форме. Давно я ей не пользовалась, пользуюсь в основном силиконовыми формами, но сегодня решила испечь в ней. Вставлю в нее вот такие бумажные вкладыши и выкладываю тесто. Отправляю форму в духовку. Она у меня разогрета до 180 градусов, примерно на 20 минут. Готовьте с любовью и всем желаю приятного аппетита!